Это программа «Ельгек Измет». Здравствуйте! Сегодня мы говорим о подготовке и повышении квалификации государственных служащих. И гость нашей студии – руководитель филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области Сергей Ковалев. Добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52-24-49 или прислать вопросы на номер WhatsApp плюс 737-235-10-34. Итак, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Тема повышения квалификации для госаппарата, она всегда актуальна, поскольку мы понимаем, что именно от госаппарата зависит, ну, буквально практически все сферы нашей жизни, ведение госполитики и так далее. И чем более квалифицированные специалисты там находятся, чем более эффективно они отрабатывают, скажем так, да, все государственные программы, все важнейшие механизмы, тем эффективнее будет, в принципе, да, нам всем существовать. Ну вот, хотелось бы начать с того, какие сегодня самые приоритетные, важные задачи стоят перед филиалом Академии и что вот сейчас в работе находится. Угу. Ну, филиал Академии, надо себе представлять, что Академия – это такая большая структура, которая имеет крупный центральный офис в Астане при президенте Республики Казахстан и широкую филиальную сеть. И вот эта структура, она занимается разными формами подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Если центральный офис у нас занимается вопросами подготовки, и там есть свои магистерские и докторские программы, по которым учатся государственные служащие, то в филиалах, как правило, подготовка, мы занимаемся повышением квалификации и переподготовкой. То есть к нам приходят люди, которые непосредственно, с одной стороны, заходят на государственную службу, и они проходят у нас курс, практически получают еще одно образование как государственные служащие. А с другой стороны, к нам приходят ведущие, нынешние действующие государственные служащие, которые работают и которые раз в три года обязаны по закону повысить свою квалификацию. Угу. Ну а вот, допустим, если мы возьмем, да, вот конкретный госорган, да, какой-либо там, допустим, управление, которое там отвечает за ЖКХ, да, к примеру. И вот все специалисты, да, например, данного управления обязаны, да, каждые три года, да, вот что они получают? То есть они приходят, да, и как уроки у них, да, проходят? Ну, у нас есть программа, которую мы утверждаем в центральном офисе. Это программа, там есть различная тематика. Эта тематика предоставляется в основном госорганам на выбор. Вот. По этой программе, по этому план-графику они могут к нам прийти по определенному расписанию и повысить свою квалификацию по той теме, по которой государственный служащий хотел бы повысить квалификацию. Темы самые разные. Начиная от, значит, личных вопросов личного бренда как государственного служащего, ну и заканчивая, так сказать, вопросами, связанными, например, с управлением сельским хозяйством, вопросы цифровизации в отраслях. Тоже мы этим занимаемся. Вопросы, связанные там с антикоррупционной политикой и так далее. То есть тематика очень широкая. Но в основном нам, с одной стороны, поставлена задача – это развитие личности государственного служащего. И мы этим занимаемся. И у нас работают высококвалифицированные специалисты, психологи, прежде всего. И, во-вторых, мы занимаемся, прежде всего, такими отраслевыми темами, как в том числе, которые непосредственно развивают компетенции, которые связаны уже с отраслями. Это, конечно, для нас немножечко сложнее, но, тем не менее, мы эти задачи перед собой ставим и к ним двигаемся. Ну, то есть вот узкоспециализированные темы, они ведь тоже очень важны, да, особенно, да, если говорить. Они важны, но, к сожалению, мы зависим от наполняемости групп. И, конечно же, набрать группу, например, только на ЖКХ в определенное время, это пока в системе в нашей с трудом удается, но мы и такие темы выставляем и делаем набор, даже если маленькая группа набирается, мы с ними работаем.
Ну вот мы в ходе наших эфиров не раз говорили, да, о развитии в целом самого государственного служащего, да, как личности, о реформировании государственного аппарата, о необходимости внедрения различных механизмов, да, которые повышают эффективность работы государственной службы. И мы знаем, что вот как раз законодательные поправки вот буквально вот уже начинают действовать в законе о госслужбе. И вот относительно их вот внедрения, да, можно ли сказать, что госаппарат ждет большое реформирование, и вы здесь не последнюю роль сыграете? Да, конечно, мы не занимаемся вопросами непосредственно формирования госаппарата. Мы уже работаем с теми госслужащими, которые действующие. Но с точки зрения обучения и работы, значит, в академии, есть свои здесь особенности и есть свои новшества, которые в этом году были эти поправки внедрены. Ну и в частности, новшества были такие. Если раньше у нас в академии государственный служащий мог обучаться, ну, в целом в стране он мог обучаться не более одного раза на магистерской программе, и, к сожалению, он не мог уже на госгрант поступить к нам в академию, то сейчас Министерством образования снято это ограничение. То есть у нас человек, который закончил магистратуру по любой программе на госгранте, он может к нам в академию поступить повторно на госгрант и обучаться как государственный служащий. Это вот одна поправка. Вторая поправка была связана с госорганом и отработкой после окончания академии, обязательная отработка именно в том госоргане, который к нам направлял в академию этого госслужащего. Вот. Сейчас поправка связана с тем, что он может отработать 3 года не обязательно в этом госоргане, а вообще на госслужбе. То есть он может перейти из одного госоргана в другой по окончании. И таким образом он более открыт. И он может делать карьеру по окончанию нашей академии и расти как государственный служащий, в том числе по карьерной лестнице. Ну и вопросы связаны с тем, что академии на сегодняшний день придан такой статус, что она является все-таки таким учебным заведением, которое действительно эффективно вносит свой вклад в подготовку госслужащих. Угу. И нам доверен был тот вопрос, что по окончании академии при определенных оценках, которые получает госслужащий, он может быть назначен в течение года вне конкурса на различные должности. То есть академия является таким, ну, скажем так, образовательным хабом, который на самом деле гарантирует определенную подготовку и развитие определенных компетенций у государственного служащего. Поэтому он в данном случае может быть назначен без конкурса на определенные должности при наличии определенного уровня оценок. Нам вот начинают поступать вопросы от зрителей. Зрители интересуются, если я закончил колледж, могу ли я поступить в академию, куда мне сдавать документы и какие знания у меня должны быть, чтобы меня взяли? К сожалению, на базе колледжа академия не готовит государственных служащих. Академия готовит на базе высшего образования. Угу. Вот. У нас есть несколько программ, и они магистерские и докторские программы. Угу. Вот. Они то есть годичная магистратура. Да, то есть человек должен получить высшее образование. Угу. И после этого... Неважно, в какой сфере. Неважно, в какой сфере. Угу. С высшим образованием он может поступать при наличии стажа определенного. Угу. Но на платной основе, значит, этот стаж должен быть не менее 2 лет. Общий стаж. А если он поступает на государственный грант, то он должен на государственной службе отработать не менее 2 лет. И если в докторантуру, то не менее 5 лет. Угу. Вот такие требования. Поэтому на базе колледжа пока нет. Угу. Ну вот с вузовским образованием, то есть, ну, желательно, конечно, чтобы были очень хорошие успехи, да, у человека, и там уже, получается, в академии он будет получать... Существует конкурсный отбор. Угу. Ежегодно академия примерно вот уже 2-й год участвует в конкурсе на поступление на государственный грант больше 1000 абитуриентов. Угу. Набирает она всего 120 мест на магистратуру и 12 мест в докторантуру. Высокая, да? Конкуренция более 10 человек на место, она очень высокая, и поэтому у нас существует система отбора, в котором мы отбираем лучших. И поэтому там есть определенные требования
к этим людям, и они проходят определенные стадии этого отбора. Поэтому вот такие вот требования. Угу. Ну вот мы всегда говорим об улучшении, скажем, качества человеческого капитала, да, если можно так сказать. То есть повышение квалификации, будь ты в сельском акимате или в Астане на какой-то серьезной должности, это необходимый, неотъемлемый момент, да, для каждого специалиста госаппарата. Но, к сожалению, часто мы понимаем, да, что это не так, потому что, ну, вот где-то на местах все-таки компетенция хромает. Как академия может помочь, скажем, да, измениться госслужащим? Где-то, может быть, он захочет какие-то индивидуальные, может быть, курсы пройти. Угу. Как? Во-первых, конечно, академия вот за последние 10 лет сделала существенный рывок в вопросах качества развития компетенций. Угу. То есть вот эта компетентностная подготовка является фишкой академии. И на самом деле внутри академии все преподаватели, что это значит? Это означает, что подготовка госслужащего в рамках академии, она настроена таким образом, что мы от него требуем не знания, не просто знания, а знания в применении какой-то решения каких-то задач. И поэтому у нас есть различного рода технологии, в том числе, например, технология проектного менеджмента. Мы развиваем проектное мышление у государственных служащих, стратегическое мышление. То есть там есть специально единая рамка компетенций, которую мы непосредственно развиваем. Вот это рамка компетенций, и мы действительно серьезно научились это делать. Потому что работают психологи в паре со специалистами в той отрасли, которые готовят эти кейсы. И работа с кейсами, разработка кейсов, в том числе решение задач, решение кейсов, является ключевым инструментом развития компетенций госслужащих. Поэтому они от нас и после магистратуры, и при переподготовке за 3 недели, они выходят все-таки вот с изменившимся мышлением. И в том числе внутри мы развиваем такие личностные качества, которые существенно помогают им потом в работе. И они присылают нам массу благодарностей по этому поводу. Поэтому вот примерно такой подход. Мы умеем это делать. Ну, это действительно позитивный опыт. И надо сказать, что действительно без академии, наверное, бы мы совершенно другую картину видели. А что касается в целом, да, наверное, больше именно молодежи, да, молодых специалистов, ну, как-то вот принято считать, что молодежь не сильно интересуется государственной службой, немного, наверное, скептически к ней относится. Однако же сейчас, опять же, да, если говорить об изменениях в законодательстве, появилось множество позитивных механизмов, которые помогают, ну, скажем, привлечь, да, молодых, активных, творческих, интересных людей вот в государственную службу, чтобы они действительно что-то меняли. А часто ли вам по долгу службы приходится встречаться с такими людьми, и ну вот что можно предложить для того, чтобы они не улетали, да, по карьерной лестнице сразу куда-нибудь в столицу, а оставались вот здесь, меняли что-то для себя? Стремление в столицу всегда было, есть и будет, и поэтому люди, конечно же, ищут лучшей жизни всегда. Но, на мой взгляд, по нашим наблюдениям, количество талантливых государственных служащих молодых становится все больше. Эти талантливые госслужащие приходят к нам на переподготовку, и мы видим, насколько они действительно... Я думаю, что это, во-первых, выросло общее качество образования в Казахстане. Оно за последние годы, оно все-таки становится стабильным таким и достаточно крепким. Система образования. Поэтому после школы уже люди выходят с определенным потенциалом, который позволяет им быть. И вот нынешние изменения позволяют, например, лучшим выпускникам вузов прийти на госслужбу без конкурса по рекомендации вуза и начать свою карьеру на государственной службе. Это важные моменты такие, которые позволяют людям таким образом взять действительно талантливых людей и развивать их внутри госслужбы. Но я думаю, что здесь еще два фактора работают. Конечно, уровень заработных плат,
И второй уровень качества вот управленческого капитала или управленческого потенциала руководителей, которые работают. Вы же знаете прекрасно, что мы переходим с работы на работу по двум причинам. Либо нас не устраивает заработная плата, либо мы поругались или не сошлись с начальником. У нас есть два или момента. Или коллектив не очень, и так далее. И поэтому молодежь, она, конечно же, ищет такие моменты. И вот эта управленческая культура, корпоративная культура в госоргане, она должна развиваться и совершенствоваться, чтобы люди задерживались, чтобы остановить эту текучесть кадров, чтобы, в конце концов, у нас появились стабильные, долгоработающие молодые люди, которые вносят свой вклад, существенный вклад в развитие нашего государства. Ну и вот как раз, наверное, будет вопрос следующий в тему предыдущего. Это есть ли какие-то отдельные программы или отдельные тренинги для руководителей именно госорганов? Да, конечно. У нас есть специальные программы 40-часовые только для руководителей. И там есть у нас программы 40-часовые семинары, и мы там формируем разного рода компетенции, в том числе, например, компетенции, коммуникативные компетенции. Мы формируем их навыки в управлении человеческим капиталом. То есть мы формируем определенную у них управленческую культуру и стремимся к этому. Формируем проектное мышление, стратегическое мышление, системное видение, которое должно у них быть, управляя территориями и регионами. Вот. То есть вот два направления. Это личность самого руководителя. Второе – это умение управлять людьми и развивать этот потенциал. И третье – это управление территориями и управление регионами. Это очень три существенных таких момента, которые надо делать вклад, и в дальнейшем мы будем развивать такие возможности у руководителей. Ну вот мы же понимаем, да, что на каждой работе нет 100% там ярких, талантливых, чтобы все вот были настолько вот эффективные, могли быть продуктивными и так далее. То есть есть исполнители, есть более, скажем, да, пассивные работники, но не значит, что они хуже, то есть они исполняют свою часть работы. Есть те, кто, ну вот, управленцы, да, от природы. И, конечно же, они по-разному воспринимают информацию. То есть построены ли уроки таким образом, чтобы аудитория не скучала, да, допустим, не зевала, чтобы всегда участвовала в каком-то диалоге, чтобы был какой-то интерактив, чтобы каждый ушел с именно багажом знаний? Все занятия интерактивные. Все проводится в тренинговом режиме. Все. У нас нет лекций вообще. У нас есть только компетентностные тренинги. И поэтому, в принципе, это я вам совершенно... Тема есть какая-то определенная, прям темы также сформулированы. Вот развитие такого-то навыка, развитие таких-то компетенций. Вот. Я вот сказали вот сейчас про разные же госслужащие работают. Но в концепции государственной службы заложен принцип, знаете какой? Человекоцентричность. Я думаю, что вот человекоцентричность это означает в том числе, это вот из человека, который в чем-то что-то не умеет, нужно вырастить того, что кто-то умеет. И поэтому, знаете, вот менять кадры – это не тот путь, по которому надо идти. Надо развивать и выращивать кадры на местах и формировать такую среду, в которой эти кадры бы развивались. И мы готовы вкладывать в этот процесс, но очень много зависит от того, как организована работа в госоргане, как организована работа на местах, как работает руководитель. Ну, чтобы действительно вот условно взять госорган, да, который весь прошел эти тренинги, все усвоили, все начали применять. Безусловно, почти все повышают квалификацию и с таким настроем приходят. Но бывает разная, конечно, обстановка и разные задачи, которые перед госорганом стоят. Но в целом атмосфера становится, я думаю, позитивной, проектной, такой думающей, творческой эта атмосфера. Я думаю, что мы к этому придем, когда у нас госслужба и работа на госслужбе будет носить вот такой творческий характер, креативный характер, который помогает вкладывать
ну, действительно работать эффективно. Угу. Ну, а вот есть ли у вас у самих какая-то профподготовка, то есть у ваших тренеров, у ваших преподавателей, может быть, вы делитесь опытом с коллегами из других филиалов, может быть, в Астану ездите, да, вот в главный филиал? Да, безусловно, филиал. У нас все сертифицированные тренера, а это серьезная подготовка по проектному менеджменту, у нас все сертифицированные ассессоры, у нас работают кандидаты и магистры педагогики и психологии. У нас есть специалисты в области филологии, например, которые работают по вопросам, связанных с публичными выступлениями. Это тоже важная компетенция, которую прямо мы стремимся и развиваем, эти компетенции. Поэтому у нас, да, я недавно сам лично прошел сертификацию как ассессор. Ассессмент – это специальная система отбора кадров. То есть это один из инструментов HR, да, который позволяет непосредственно исследовать кадры и изучать их так, чтобы действительно проводить серьезный отбор. Именно ассессмент лежит в основании президентского молодежного кадрового резерва отбора, и ассессмент будет в основании региональных кадровых резервов, как ключевой ядерный инструмент отбора. Вот таким образом. Ну, я думаю, что вы наверняка работаете очень тесно в связке с агентством, да, по делам государственной службы. И поскольку мы понимаем, что это очень серьезная структура, да, от которой зависит, да, собственно, весь наш государственный аппарат, они проводят аналитику, да, и, наверное, соотносительно с этой аналитикой строятся и программы, да, вот чего не хватает, да. Какие моменты, да, стоит вот усилить, да, в обучении, а кто эти программы пишет, то есть, может быть, участвуют ваши, да, специалисты, может быть, республиканские, как это происходит? У нас есть по ключевым темам типовые программы, которые высылает нам Академия, мы по ним работаем, но мы имеем до 40% собственного возможности для того, чтобы разрабатывать эти программы и внедрять. По сути дела, у нас есть кабинет разработки и реализации образовательных программ. Этот кабинет разрабатывает программы, в том числе по заказам госорганов и квазигосударственного сектора. Любые программы мы можем разработать. То есть на запрос? На запрос, на любой запрос мы разработаем программу и сделаем так, как захочет госорган или любая организация, в том числе частная. Угу. А как вы узнаете, насколько все-таки эффективно усвоены, да, эти знания? Но мы вот работали, например, несколько лет работаем с территориальными избирательными комиссиями в сотрудничестве. Вот, мы готовим и повышаем квалификацию сотрудников территориальных избирательных комиссий. И у нас есть два инструмента. Первое – это обратная связь, и второй – компетентностный срез, который мы проводим. Это определенный тест решения задачи какой-либо. То есть это мы, задача, компетентностная задача является инструментом исследования, насколько компетенция развита. Ну, конечно, широко используется тестирование, традиционное тестирование, и оно тоже расширяет потенциал. Но нам, на мой взгляд, этого недостаточно, просто тестирование. Оно дает нам картину познания, но не дает картину навыка или умения, практической картины. Ну, будем надеяться, что все-таки все эти моменты будут учтены, да, при дальнейшей работе, поскольку ведь Академия уже очень много лет существует, да, и, наверное, постоянно меняет, да, улучшает. 30 лет на следующий год такая дата. Которая мы, да, важная, и мы готовимся к этой дате. Она очень такая, ну, подвести итоги. Действительно, за эти годы было сделано очень много. И я считаю, что наша академия является, ну, достаточно таким серьезным учебным заведением, которое готовит качественно и умеет качественно вести образовательную практику. А только ли госслужащие могут приходить к вам повышать квалификацию? К нам по новым уставным требованиям могут повышать квалификацию, в том числе по магистерским программам, в принципе, любые специалисты, только имеющие требования к стажу и имеющие высшее образование. Там есть еще требования к языку, знания государственного языка. Вот. И у нас могут учиться физические лица,
У нас могут учиться представители квазигосударственного сектора, крупных предприятий. Мы заключаем договора с самым широким спектром вот наших всех стейкхолдеров или коллег, которые работают в регионе и в республике. Ну, а можно ли выделить какие-то программы, которые вот наиболее востребованы? Или это всегда абсолютно разные и нельзя так даже определить? Ну, очень сильно востребованы у нас программы, связанные с имиджем и, допустим, имидж государственного служащего. Программы, связанные с повышением юридической грамотности в плане например, последнего АППК, административно-процессуальный кодекс. Очень востребованы программы, связанные с госзакупками, потому что там все время есть новшества, самое и мы все важное, время готовим. Да. Очень интересные программы, связанные с вот развитием таких компетенций, как публичные выступления и работа вот в коммуникативной среде. То есть вот такие темы мы буквально... Сейчас широкую программу реализуем по оказанию госуслуг и развитию клиент-ориентированности в государственной службе. Клиент-ориентированность в государственной службе. И сейчас большой заказ выполняем по развитию цифровых навыков. Ну а вот, к примеру, да, по предоставлению государственных услуг, как проходят тренинги? То есть, возможно, моделируются какие-то ситуации, да? Или как это вообще происходит? Прямо тренинги проходят прямо непосредственно психологами, где они играют. Где ну, проходят игры, моделируются ситуации, да, связанные с их состоянием и взаимодействием с клиентами. И моделируются ситуации, и создаются различного рода кейсы, в которых они непосредственно уже понимают, какие у них есть ограничения у государственных служащих, и где они могут провалиться. Например, вопросы стрессоустойчивости, они очень важны. Мы прям непосредственно этим занимаемся. У нас стрессоустойчивость – ключевая компетенция у госслужащих. Человек должен быть стрессоустойчивым. И он таким образом вносит свой вклад в то, что клиент всегда прав. И человек, приходящий за какой-то услугой в госорган, он должен свои услуги получить. Он имеет на это право. Гражданин всегда прав. Ну, учитывая то, что у нас сейчас практически все государственные услуги постепенно переходят буквально 100% уже в онлайн, да, мы можем сказать о том, что больше стрессоустойчивость нужна именно внутри коллектива, да, где часто бывают какие-то моменты шероховатости с руководством, да. Да, у нас, видите, есть два внутренних момента, и стиль работы госслужбы, он такой двоякий. С одной стороны, он проектный, и каждый госорган реализует какие-то проекты. Вот там есть творчество, и там действительно есть то, что развернуться, потому что у нас есть разного рода инвестиции, которые делает государство, вкладывая. И вот эти проектное мышление, оно – это один аспект. Но другой аспект есть такой, знаете, аспект, связанный с исполнением поручений каких-то. И вот очень часто вот эта вот исполнительская работа госоргана, она, конечно, требует... Отчетность, исполнительская работа, она, конечно, это другая сторона, что называется, работы госслужбы. Ну вот, и поэтому нам нужно минимизировать этот аспект, на мой взгляд, исполнительский, и больше усилий и энергии, ресурсов направить на проектные основания деятельности государственной службы. Ну и, коли уж мы говорим, да, о построении руководителем, да, вот этой самой среды комфортной внутри госорганов, все-таки ведь мы знаем, что от руководства очень многое зависит. И были ли какие-то примеры, что после тренингов, например, руководитель приходил и перестраивал работу так, что всем становилось здорово, комфортно, интересно, они бы выезжали на тимбилдинги какие-то еще? Каждый раз мы обозначаем те аспекты с руководителями, чтобы они хотели внести, какие изменения хотели бы внести в работу госоргана. Каждый раз. Это, к сожалению, система достаточно такая, и она с трудом перестраивается, но тем не менее, после наших курсов, как правило, одно-два изменения каких-то в госорганы, в работу госоргана, наши руководители планируют однозначно.
И так постепенно, потихоньку, качество работы госорганов меняется и становится другим. Ну вот, да, как раз здесь и сами представители, да, нашего департамента агентства по делам госслужбы не раз говорили о том, что вот эта вот структура, она уже несколько лет ведь меняется, все же началось уже продолжительное время назад, то есть и фронт-офисы, да, вот эти вот, и переезд там с верхних этажей на где людям было более комфортно было и так далее. Ну, то есть все вот эти моменты, потихоньку будем надеяться, что перестроят эту структуру и, конечно же, при вашей помощи в том числе. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.